Армяне Ханкянди в разговоре с журналистами, комментируя ситуацию на Лачинской дороге, обвиняет в первую очередь собственные власти. «Я из деревни Велиншен. Азербайджанцы в 50 метрах от нас. Если Карабах — это Азербайджан, то пусть нам об этом открыто скажут власти. Пусть скажут, уходите оттуда, это не наши земли. Мы соберем вещи и уйдем. Здесь золотоносные рудники обеспечивают 80% дохода. Если еще 10 дней так будет продолжаться, не знаю, что будет с нами. Сегодня условия диктует Азербайджан, поэтому при виде азербайджанцев мы убегаем. У нас один выход. Все поднимем руки вверх и скажем, Ильхам Алиев, мы с тобой, или же погибнем». Другая жительница Ханкенды также заявила, что азербайджанский пост находится в нескольких десятках метров от села, где она живет. И при этом они не чувствуют никакой опасности со стороны азербайджанских военных. Напомним, что с 12 декабря азербайджанские экологи и активисты проводят мирную акцию против незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и экотеррора. Отметим, что вопреки армянским фейкам, дорога Шуша-Ханкенды не перекрыта активистами. Въезд и выезд по ней ограничили представители российского миротворческого контингента. При этом участники акции не мешают беспрепятственному проезду колонны гуманитарной помощи для армянских жителей Азербайджана, машин российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста.